Депутаты областной думы перестанут ругаться. Региональные парламентарии хотят внести в регламент раздел «Депутатская этика». Соответствующие поправки уже рассматривают. В разделе будут прописаны новые нормы и правила поведения, которым народные избранники должны будут следовать. В частности, под запрет попадет употребление в речи грубых и оскорбительных выражений. Соблюдать эти нормы депутаты должны будут, выступая на заседаниях думы, комитетов, комиссий, круглых столах и прочих публичных мероприятиях. В случае нарушения правил действия парламентария рассмотрит комиссия, а после их обсудят на заседании Думы. Нарушителю смогут вынести предупреждение, лишить права выступать на следующем заседании или предложить принести публичные извинения.